можно. Простой, значит, приехал питерский блогер Арчи 6.3, а тут Джоггер 2.0. Капиталка мотора, да, там все дела. 250. Друзья, всем привет. С вами Джоггер. Я еду сейчас за резиной. Вот, недолго я проездил на Тое, на ней ездить просто невозможно, я уже за***ся ездить спокойно. Сейчас поеду, куплю две покрышки Мишки, пилота спорта, четвертого. Вот, выставлю на продажу эту Тое, не знаю, я ее купил за 14 вроде, продам ее 1000 за 11, выставлю, она новая, свежая там, я на ней километров 200 отъездил, ну процентов 5 там износа. Если вдруг я еще не продал на момент выхода видео, вы пишите, если кому-то нужна эта резина. Она идеально подходит для города, как бы там, чтобы спокойно ездить, для трассы, но не для шашек. Ну, не на спортивную, ну не то, что сейчас скажут, у тебя не спортивная машина, ну, она подходит на машину, где 180 максимум сил, но никак не 300 на моноприводе. Вот, размерность 225, 45, 17. Короче, кому надо, пишите. Поставил резину и сейчас поеду, протестирую ее и буду делать это без музыки. Вот, потому что первое, чтобы было слышно выхлоп, ну и второе, потому что авторские права. Теперь буду гонять без музыки, а чуть позже я найду какую-нибудь музыку, которая без авторских прав. И, в принципе, под которую можно гонять. И буду уже гонять под нее. Либо, если у кого-то имеется такая музыка, вы, конечно же, можете скинуть мне ее песни. Ну, название песен в комментариях под видео, либо там ВК, Телеграм, куда, короче, удобно. Везде посмотрю. Вау! Бля, как же охуенно. Знаю, без музыки, как это вообще делать можно, блин. Да, в принципе, как-то можно. Как раньше. Ай, охуенно. Ого. Блин, сзади стоит старенькая Примаси. Мишлен. Ну... Ничего, такая резина. Вот. Ну, конечно, нужно ставить белок. Чувствую, чуть-чуть несет. Ну и, в принципе, надо прикатать ее. Бля, я там по мосту на пятерку, да, проехал. Держит. Слушай, мне вот сюда надо. Нормально, нормально, моменты были. Бля, без музыки такое себе. Ну, наверное, вам на камере будет, точнее, на видео будет это прикольно выглядеть, потому что слышно выхлоп. Так, сейчас я заправлюсь. Не, в плане... Я бы, наверное, если бы на гольфе, блядь, допустим, потопил бы и сказал бы, ебать, гольф хуярит. Не, он в том-то и дело, гольф хуярит. На нем, ну, слишком большая мощность. Вот 250 сил, это идеально для города. Вот максимум, потолок. Все, что выше 250, это слишком много. Слишком большой крутящий момент. Особенно, когда он на верхах, вот как на гольфе. А твой пол, ты вот нажал, и он сразу, вот снизов. Просто поехал. Костя. Ага. Он даже не нажмет, ебать. Вообще, мне кажется, блядь, на этой ешке вообще не нажимает. Вообще, блядь. Не, ну он нажимает. Наверное, так иногда. Бля, мне кажется, он вообще не влияет. Ешка пиздатая. Ну, серьезно. Мне очень нравится именно этот дизайн. Я думал его ешку поснимать, ему написать.
потом догоню. А я им всем похуй, да, на камеры? А, блядь, куда? Солянка залита одинол, залит кастрол, ну, основа матюль. И сейчас еще генезис Лукойл долил. Ну да. Да надо поменять уже. Ребят, приехали, короче, мы думали увидеться, Арчи 6.3 увидеть. О, давай выхлоп пацанам покажем. Твой? Я не понял, что хочет Русик. Русик научился ебать коробку до красной зоны. Проснулся, значит, приехал питерский блогер Арчи 6.3, а тут джоггер 2.0. Здорово. Сразу с этим. Здорово, как дела? Это нормальная тема, рабочая. Че, будете гонять сегодня? Это шашечник, да, краснодарский. Бернаут ногами пойдет, на? Бернаут, не. Если че, выскакивайте, я готов. Не вопрос. У меня тачка, оказывается, не зарегистрирована, типа, блядь. Ребят, напишите в комментариях, хотите вы подробный тест-драйв этой машины. Костина, Ешка, дизайн, красиво. Костян, сделай еще раз. А чё, чек горит? Ну, блядь, надо прошить машину. Мерседес. Бля, у Костяна ебучая ешь. Сейчас мне тоже нравится. Инфаркта, блядь.
нахуй, это его доля такая таксистская, блядь. Они сами, сука, всех режут, блядь. Режут. Ты тоже, блядь. Блядь. А ну, держи. Помнишь, мы с тобой как-то поймали? Тебе понравилось? Нет. А мне понравилось. Обгоняют, блядь. Ну ты видишь, ты должен уметь определять по фарам, с какой скоростью движется встречная машина. Если ты этого не умеешь делать, не обгоняй никогда, когда есть машина вообще на встречке, пока, когда ее видно. Серега говорил, тут где-то гаишники должны стоять, поэтому, если что, мы не будем останавливаться, мы поедем дальше, потому что это лишение прав. Свежую-свежую. Ну, это для того, чтобы поотжигать немного ее. А у нас красный, да? Наконец-то. Да. Ну, в принципе, неплохо. Да, вот смотрите, твои